А пока в Брюсселе решают, что делать с беженцами, и спорят, и будут спорить всю ночь, как сообщил нам Иван, ситуация на границах становится все острее. Слезоточивый газ, сообщение о похищенных грудных детях, конфликты на сербо-хорватской границе между дальнобойщиками. Наш корреспондент Дмитрий Новиков на месте событий фиксирует все происходящее. В закрытых на карантин зонах, где власти Хорватии ежедневно размещают тысячи новых беженцев, то и дело возникают конфликтные ситуации. Сегодня вечером в лагере Апатовац полиция пыталась утихомирить мигрантов слезоточивым газом. Известно о нескольких пострадавших, включая детей. Выходцы с Ближнего Востока и Африки требовали скорее переместить их поближе к Германии. Сюда, в местечко под названием Товарника, это сербско-хорватская граница, продолжают прибывать беженцы. Только через этот экстренно организованный властями Хорватии перевалочный пункт уже прошли за последние дни более 40 тысяч человек. Здесь им оказывают медицинскую помощь, кормят и предоставляют ночлег в таких вот палатках. Ночи в Хорватии уже холодные. Один из основных хорватских транзитных пунктов для мигрантов на пути в Центральную Европу работает на пределе. Отсюда на автобусах их везут дальше к венгерской границе, чтобы потом у них была возможность отправиться в Западную Европу. Как сообщают сотрудники миграционных служб, конфликты возникают и между беженцами. В лагерях начались похищения грудных детей. С маленькими детьми на руках в автобус, который увозит беженцев в новую европейскую жизнь, пускают без очереди. Тысячи нелегальных мигрантов, ищущих убежище, вынуждены жить под открытым небом. Многие из них ослаблены. После долгой дороги в Европу дети и беременные женщины нуждаются в медицинской помощи. Люди спят на земле, без крыши, без ничего, без какой-либо помощи. Тут к тому же еще и опасно. Не так страшно даже на пляжах в Турции, когда охранники стреляют по надувным лодкам или арестовывают людей. Сегодняшняя акция протеста автоводителей на хорватско-сербской границе. Вот ее результат. 30-километровая колонна из грузовиков у пограничного перехода и полное блокирование движения на основной трассе, связывающей Хорватию с Сербией. И все это из-за нежелания властей Хорватии пропустить на свою территорию нелегальных беженцев. Никто не может пересечь границу. Никто. Моя машина третья в очереди, но я только что говорил с шефом. Так вот они лгут, что пропустят грузовики, перевозящие скоропортящийся товар. Кризис, вызванный наплывом мигрантов, сегодня привел к резкому осложнению отношений между Сербией и Хорватией. Закрыв, кроме одного, все пограничные пункты досмотра, власти Хорватии потребовали от сербов больше не присылать им беженцев. Пока официальный Загреб грозит Белграду полным перекрытием границы, это за них сделали европейские дальнобойщики, пытаясь привлечь внимание политиков к тому, какие из-за возобновления погранд-досмотра терпят убытки компании, чей бизнес в первую очередь связан с перевозкой продуктов, так необходимых жителям больших городов. Это позоры, такое с нами вытворяют эти так называемые европейцы. Это их товары, для их же клиентов. Но я стою тут, и из-под моего грузовика медленно вытекает, именно вытекает сладкий перец. Куда мне ехать? Несмотря на пограничный контроль, беженцы тысячами продолжают прибывать в Германию. От берлинских вокзалов мигрантов доставляют автобусами к ведомству по вопросам здоровья и социальных дел. Там они дожидаются первоначальной регистрации перед распределением по приютам. Сегодня более 2500 беженцев прибыли на греческий остров Лесбос. Большинство из них являются выходцами из Афганистана. Утром к берегу причалили около 40 резиновых лодок. Ну а береговая охрана Италии свою нелегкую работу по спасению беженцев из моря не прекращает ни днем, ни ночью. За минувшие сутки моряки не дали утонуть 300 жителям из глубины африканского континента. Эти женщины из Сахары, видимо, поэтому и встречают с питьевой водой и медикаментами. Все, кто контактирует с беженцами, которые прибыли из очагов распространения смертельно опасных болезней, носят костюмы химической и бактериологической защиты. Дмитрий Новиков, Дмитрий Малышев и Иван Романов. Первый канал.